Салам алейкум, друзья. Снова я, снова в поисках утерянных монет, так скажем. И всего другого. Сегодня вот вышел в лес, но пока что, может, еще кое-куда поеду. Монеты я не нашел. Вот это вот ямочки. Вот эти вот часики. Сейчас показываю, достаю. Уже третья пара часов, которые я нахожу. Часики вроде женские. Да. Вот такие дела. Продолжаем наш коп. У меня новая находочка. Игрушечка такая. Лошадка. Из свинца, я думаю. Чуть-чуть лопатой я тут вот зацепил. Игрушка тяжелая, по голове ударить больно сделает. Не знаю, насколько она старая. Но ног уже нету. Окей, продолжаем. Так, друзья, снова был сигнальчик. Так, и вот я вижу, здесь у меня что-то есть, достаю. Монетка. Хотел ее надавливать на монету. Так, по-моему, это тоже Наполеон. Это Наполеон III. Сейчас попробуем какой год сказать. Я стараюсь как-то аккуратнее, чтобы потом, мне как говорили, можно повредить монету, поверхность ее испортить. 1800 какой-то. Так. 1853, по-моему, или 55. Или 55 год. А чё ты падаешь? Ну чё, урожайный. Наполеон III, 1855, я думаю. Короче, монета есть. Уже радует. Процесс пошел. Поле еще большое. Я только начал. Первый ряд у меня. Что, едем дальше. Друзья, у меня был снова сигнал. Вот это я тут достал. Сейчас будем смотреть. Можно ли разобрать.
немножко почищу и покажу. Главное, что монетка есть. Сейчас. Если я правильно понял, это Наполеон III. Сколько там, не вижу я, сколько сантимов. 1833 или 35 год. Вот монетка. Маленькая. Едем дальше. Так, друзья. Я третий ряд пошел. И скажу вам, такая закономерность у меня пошла. Каждый ряд и по монетке. Вот. Вытаскиваем. Вот она. Вот так вот. Монеточка. Один ряд, одна монетка. Так. Алхамдулиллах. И напрасен был наш труд. Что это такое? Я вам не скажу. Почему не скажу? Потому что не видно. Домой приеду, почищу, покажу. А так, не видно. Не разобрать. Золотое поле, скажем так. Очень хотелось бы узнать, что это такое, но попробую почистить и включу, если что. Друзья, вот ямочка. Вот она ямочка. И только что я монетку нашел. И перебрался я сюда. Вот она снова. А, ну уже. Думаю, алюминий. Так. Куда ж ты мне провалилась? Сейчас посмотрим. Достал я ее. Так, тут что-то видно. Год. Так. 1046 год. Алюминий уже. Понял я, что-то такое будет. Ну ничего, почистим. Пойдет. Продолжаем. Уже, так сказать, на одном ряду по две монетки пошли, уже радует. Работы очень много. Продолжаем, друзья. Вытащил я вот такую вот штучку, тяжелая на вес, ну не знаю, что такое. Ни дырочки здесь не видно. Ничего тут не видно. Не знаю, что такое. И никаких идей нету, что это могло бы быть. Вот. Ну, кто что думает? Подкиньте идею. Такая ерунда. Едем дальше. Друзья, нашел я вот такую вот штучку. Жалко, что половинки нету. Я сам не знаю, что это такое, но видел видео, как ребята находили. И были очень довольны вот этой вот находкой.
не скажу, что это такое. Вот такие дела. Надо будет спросить. Сегодня спрошу. Уже интересно, раз сам нашел, что-то такое было. Продолжаем поиски наших монет. Друзья, последняя монетка у меня на сегодня. Сигнальчик был, не знаю, что такое, уже темнеет вечер. Так, буду срываться. Но что-то у меня да есть. Сейчас даже не буду чистить. Приду домой, посмотрю. Вот. Такие дела. Вот все находки у нас на сегодня. Одна, две, три, четыре, пять монет. Нормально, отлично. Поле еще не закончено. И вот эти вот железки. Вот такие дела. Думаю, еще будет здесь. Ну все. Я погнал. Так что подписываемся на канал. Остаемся на новых копах, на новых видео. И всем удачи в копе. Счастливо всем.